Так, всем привет. Еще раз показываю, как с помощью мобильного телефона, кошелька Tron Link и проекта SalmonSwap фармить Tron. Все просто. Ну, я уже допускаю, что вы кошелек установили, Tron Link, вот такой вот синенький, вот я его запускаю, Tron Link Ecosystem. Он есть и под iOS, он есть и под Android. Дальше вы видите вот примерно такую же картину, да, как у меня. Вы переходите, вот здесь внизу есть 4 вкладки. Asset Market, Browser Me. Нажимаете браузер. В браузере у меня уже есть сайты, по которым я переходил, и он их запоминает. Соответственно, вы прямо с кошелька, потому что это уже кошелек, вы видели, у меня там уже есть троны, и немножко трона должно быть у вас для того, чтобы, соответственно, осуществлять переводы, потому что на сутки дается определенное количество энергии и бендвис. Если вы его потратили, то перевод потом не осуществляется, если у вас нет трона. Мы переходим на SalmonSwap. Я уже туда средства закинул. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так выглядит кошелек. Вот так выглядит сайт SalmonSwap.io. Мы что делаем? Видите, внизу кнопка оранжевая. See the menu. И мы ее нажимаем. Так. Что-то там не открывается. Давайте вот так вот сделаем. Меню сверху нажимаем. Вот здесь вот такие полосочки, три штучки, да? Открываем фарм. И мы видим, какие есть здесь, значит, пулы для фарма. И какой у них API годовой. Вот мы видим, есть Salmon Tron LP, это Liquidity Tokens. Значит, перед этим, естественно, нужно создать ликвидность на JustSwap. Делается это по аналогии с Uniswap. Максим тоже показывал, как на JustSwap создать ликвидность. Я потом еще повторю, куда нажимать. Так вот, смотрите, мы его выбираем. То есть он самый доходный сейчас. Видите, 2849%. И проценты эти, они уменьшаются. У Perl 1050%. У TAI 1400%. То есть получается, что доходность у них уменьшается. И самый доходный остается Salmon Tron. Мы что сделали вчера? Мы, значит, продали. У нас еще был Perl. Трон вот этот вот, мы его продали, расформировали пул ликвидности, все обменяли в Salmon и долили сюда. Поэтому мы выбираем его и смотрим, что он нам показывает. Он показывает следующее, что сейчас у меня здесь застейкано, значит, 2637 единиц Salmon Tron LP стейкет. И мне накапало вот за ночь 0,88 Salmon'ов. Мы нажимаем кнопочку Harvest. Переключаемся в Fast Mode. Нажимаем Continue. Он просит у нас пароль ввести. Мы вводим пароль. И он нам эти троны отправляет. Ой, точнее, вот троны говорю. Салмоны отправляет на наш кошелек. Дальше мы спокойненько можно, если вы хотите все снять одним движением, вы нажимаете внизу кнопку Harvest and Unstake. Потом мы направляемся с вами здесь, закрываем. Идем на вкладочку внизу Just Swap. Вот такая картина у нас получается. Вы попадаете всегда на своп рядышком. Вот вы видите, я тут обменивал, как раз транзакция подскочила. Значит, рядышком у нас есть пул. У меня сейчас активен пул ликвидности Just Tron. И здесь у меня есть пул, да, получается, ликвидности, который сейчас застейкан в проекте SalmonSwap. Это пул Salmon Tron. Но его здесь не видно, потому что мы все токены ликвидности отдали в тот проект. Что мы можем сделать? То есть перед тем, получается, как застейкать, у вас должен быть Tron и Salmon. Вы нажимаете Add ликвидности, выбираете Tron. Внизу здесь видите Select Token. Вы выбираете Sal. Если он у вас его так не находит, то нужно взять контракт с сайта. Вот они эти, Sal. Видите? Их тут очень много. Поэтому лучше взять контракт. Сюда вставить. И потом вы получаете. Ну и у вас он должен быть куплен перед этим. И все. И вы потом создаете пул. А он автоматически рассчитывается. Вы максимальное количество Sal нажимаете на максимум. Он добавляет сюда Sal. И автоматически рассчитывает, сколько нужно долить трона. Если трона не хватает, то вы, соответственно, в обратную сторону делаете максимум вашего трона. И... соответственно, рассчитывается автоматически количество второго токена. После этого вы добавляете пул, подписываете транзакцию, вводите пароль, если это с телефона, и все. У вас здесь появляется токен. После чего вы спокойно можете отправиться на сайт SalmonSwap, обратно, да, выбрать нужный вам пул. Опять же, заходите вот сюда сверху в меню, выбираете нужный вам пул. К примеру, если это Salmon, ну сейчас очевидно, что да, самая большая доходность в Salmon, вы его выбираете. Переходите на вот эту уже вкладку, где нужно стейкать. Нажимаете кнопочку стейк, но первый раз у вас кнопка будет, скорее всего, не стейк, а approve.
Вам нужно будет сначала сделать approve этого пула, а потом уже появится кнопочка stake. Вы нажимаете stake, он проверяет ваш баланс. Если он видит, что на вашем балансе есть токен Salmon Tron LP, тогда вы нажимаете кнопочку максимум, он все подтягивает, и вы нажимаете confirm. И все, ваши значит, токены ликвидности добавляются вот сюда, вот в этот пул, и вы получаете сверху токены SAL. Все, потом их продаете. Я советую сейчас, наверное, продавать. Постоянно нет смысла их там держать. Тем более этих токенов около 400 тысяч, по-моему, будет всего суммарно выпущено. Так что нужно продавать. А за 2 дня до конца, как вот эта история будет заканчиваться, вообще нужно будет полностью антейкать весь пул и просто все расформировать и продавать. Это вот такая стратегия. Надеюсь, было более-менее понятно, прям куда нажимать. Все, это не очень сложно. То же самое можно проделать и на не на мобильном, а на компьютере, соответственно, StrongLink, который установлен у вас в Chrome. Все, всем спасибо. Это был ProBlockchain. Практические занятия с мобильным телефоном. Пока.